Эта микробиологическая лаборатория в Северске приступила к диагностике коронавирусной инфекции в марте, практически первой в системе Федерального медико-биологического агентства. Имеющееся оборудование 5 месяцев работало безостановочно. С марта по август выполнено более 10 тысяч ПЦР-исследований. В напряженном режиме без выходных и отпусков трудился и персонал. В начале работ мы проводили около 30 исследований, всего 30 исследований в сутки. Сейчас с появлением нового амплификатора и другого оборудования дополнительного мы уже можем проводить около 200 исследований в сутки. Стало намного проще, потому что сотрудники работали в несколько смен, ну причем до последнего момента. Новое оборудование поступило к нам не так давно. При поддержке СХК для вирусологической лаборатории приобретен современный амплификатор, предназначенный для проведения полимеразной цепной реакции, ПЦР. Также закуплены расходные материалы и защитный бокс. Оборудование для ПЦР-лаборатории – это очередной вклад комбината в снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции. Действительно, ситуация с ковидом сложилась непростая, но она коснулась каждого из нас, каждый регион, каждый город. Поэтому важно было предприятию, наверное, оказать содействие медицинским учреждениям. Поэтому комбинату было приобретено оборудование для госпиталя, в котором лежат, ну, скажем так, уже средней степени тяжести больные, которым необходимо уже дополнительное лечение. Но очень важно было еще и лабораторное исследовательское оборудование привезти. Для того, чтобы диагноз этот установить, подтвердить его, необходимо достойное, это самое лучшее современное оборудование для именно по выявлению этого вируса. Охватить все больший объем жителей города, ну и персонал Сибирского химического комбината в том числе. У нас работает 3500, практически все они прошли тестирование. Сейчас мы тестируем своих работников, которые возвращаются из отпусков за счет работодателя из других регионов. Это наша обязанность, поэтому мы тестируем всех работников. Во-вторых, у нас есть своя система контроля, своя система таким образом, чтобы не допустить распространения вируса. Мы как бы отслеживаем, так скажем, вторые, третьи очереди людей, которые не являются прямыми контактерами, но все равно их смотрим, тестируем для того, чтобы вирус не проник в наши коллективы. В обновленной ПЦР-лаборатории тестируются работники комбината и сотрудники других предприятий и организаций, а также жители города, врачи и пациенты. Всего на приобретение специальной аппаратуры для медицинских учреждений Северска СХК направил более 7 миллионов рублей.